Привет, друзья. Солнце прям в глаза. Разговаривать не очень удобно. Мы опять на нашем полюбившемся месте, на нашем детище, на нашем мосту, который мы сделали. Сегодня рыбачим на поплывок. Правда, погодка какая-то начинает ветка. Приехали, прям было ни одной волны, такой штиль. Сейчас немножко задувает. Но ничего, будем до победного сидеть на поплывок. Пару окуньков Кирилл уже поймал. Таких приличных. Ну, таких. Я пока еще не открылся. Аккуратненько, аккуратненько вытягивай. Хорошенькая такая плотвичка, да? Все мои крючки зацепил. Вот второй отцепи от нее и все. Получается, мы вдвоем поймали, да? Ну, получается так. Неплохо мы сыгрались. Что значит командные действия? То есть ты тянул, а я страховал своими крючками, да, двумя? Ну что, ты отцепить не можешь, что ли? Оп. Оп, карась Андрик первый, да? А меня тоже, походу, повело. Опа. Отвичка. Первый отпускной. Обычный. Ой, да. Отпускной, плотвичку сразу догон, хоп. О! Я что-то думал, побольше там. Подлещик какой, смотри, оп. На червячка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, за крючок укусил меня. Тихо. Сейчас отпустим. Надо, наверное, подсачок расчехлять. Смотрю, рыбку подходит уже немножечко покрупней. Да? Так, ну давай, подлещик ты такой. Для нас отпускной вариант. Опа. Где? Первый, более-менее. Карась, да? Вон сзади. Окунярик. Окунярик, окунярик. Ух, Кирилл опять гигант. Я только отлучился. Давай, сейчас сегодня мы с подсаком. Тихо-тихо. Дома. Есть. Вот он, вот он. Ну, поменьше, чем в прошлый раз. Хотя, тоже хороший. Увесистый такой. Куда только я положу под... Ну, вот, свесивай, все. И вынимай. Сразу в ход клюнул. Угу. То он этот взял бы. А где он? Где тут лежал, вот он. На. Ну ты где? Тут чуть-чуть. Ну где он, крючок-то? А, наоборот. Вот и раскочегарился. А, не. Ну, давай, ладно, возьмем. Опа. Вот так вот положу.
после двух неплохих карасиков клев немножечко затих. На Кирилл опять окуньки подошли. Все ловит прям в самой траве. Прям практически сантиметров, наверное, 10 от камыша. И волны прям поднялись такие уже хорошие. Поплывок качается как... Как не знаю, мы чё такое прям. Ну ладно, будем сидеть. В принципе, с хорошей поклевкой мы заметим. Так, в принципе, все хорошо. Солнышко пригревает, на улице тепло. Ну-ка, покажи, я пропустил, как окуня поймал на червя. Ничего себе, такой у нас спиннинга не поймаешь. Редко это. Ну-ка, покажи. Смотрите, друзья, на червя, какого окуня Кирилл хапнул. Просто зачет. Решил заменить поплывок. На этом вообще, на таких волнах ничего не видно. Поклевочки есть, но сейчас попробуем такой поставить, отгрузим его получше. Вот так хотя бы. И посмотрим, как он у нас будет работать. Сразу на глубину кинем, попробуем. Давай, пацак. Опа. Опа, опа, опа. Ух. Ой, ты родненький мой. Ой, даже до уха его кто-то до этого срывался у кого-то. Ох, вот это красивич, вот это красивич, тихо, ты его не могу даже удержать. Ох, сразу два крючка, прикинь, влупил, смотри, тут он бы точно не сорвался, только оборвал их оба. Ох, долго я ждал его, блин, вообще не могу вытащить крючки, просто два впаялись, раз. О, ты ненасытный, сразу две насадки. Опа. Ух, ты это красивич. Опа. Да, есть. Чё, хороший? Давай, пацан. Давай. Подошла рыбка, что ли? Не пойму. Тихо. Хоп, дома. Пошел процесс. Сейчас минут 40 сидели, вообще ни одной поклевки. И тут у меня прям раз резко, бум, поклевка, карась такой вообще зачетный влетел. И тут прям минуты, наверное, через две у Кирилла сразу, бам, тоже карась чуть-чуть поменьше, но тоже такой прям приятный. Вот так вот можно посидеть полчасика, чтобы потом достойный экспонат влупил. Мы уже немножечко отчаялись, что ничего не клюет. Мысли уже дурные. И прям раз, сразу два карася. Радости на лице добавили нам. Эмоций хороших хапнули.
что ж такое творится-то? Сейчас. Тихо, не поднимай, не торопись. Опа, дома. Есть. Все. Готов. Клиент. Наш клиент. Хороший. Как камбала. Вот это вот реально камбала. Смотри, какой круглый. Прям вход только закинул. Да не, попробуем так сейчас вытащить. Хороший. О, это камбалский карась. Круглый. Бля, я даже не успел удочку положить. Он сразу вход лупанул у меня. Ну и червя берет. В основном опарыши как-то закидывай. Не особо. Карасик небольшой. Опа. Давно не клевал я. Уже сидим тоже, да, минут 40, наверное, 5-50, наверное. Так, мелкие потычки, а чтоб что-то посерьезнее, давай плыви. То, что порадовал поклевкой. Подойдет. Карасик разведчик был. Думал, ты тянешь. Хопа. Дергаешь. Дома. Опять запутал все подряд. Мы это распутаем. Ну-ка. Клев практически прекратился. Ну не практически, а можно сказать, совсем прекратился. Такой ветер дует, но ветер — это еще полбеды. Самое главное то, что клёва нет. Мы уже как бы привыкли к этим волнам, уже в принципе такие поклевки посерьезнее уже видим, а рыбки-то уже совсем нету. Так что решили собрать садок и ехать домой. Чё, Кирилл, садок по традиции достанешь? По классической, это уже как классика. Давай сразу сумочку подготовим. Ух, вот это окунек прям вообще сегодня. Караси, конечно, тоже зачетный, но окунь просто высыпают сюда их. Да, у меня так не получится. Но... Давай аккуратно, я тебе помогу. Давай буду держать. Тихо, погоди, не попал. Промах. Ух, караси сегодня прям вообще. Давно столько таких именно зачетных не попадалось. Кстати, окунь-то и по сравнению с карасями не особо уже кажется после тех карасей. Ух. Ну да. Ну, окунь тоже, конечно, вот он. Ну и караси, конечно. И, кстати, да, вот этот самый трофейный. Да, тут все так, в принципе. Ну, зачетно, зачетно, сколько тут получилось. А полдесятки, может? Ну, да, наверное, штук 10. И вот из них вот такие грамм по 500, наверное, по 400. Вот ничком. Так что, друзья,
такая сегодня получилась зачетная рыбалка. Всем пока. Спасибо за просмотр. Занимайтесь любимым делом. Ездите на рыбалку.